Здравствуйте, дорогие друзья! Ну вот в Питере наконец-то закончились эти долгие холода. Ну, относительно долгие. Ханна с нами была дома где-то 4-5 дней. И сейчас потеплело. Мы ее объединили опять сумкой, чтобы они поиграли. Так сказать, выпустила она свой пар. Ханна собачку новую заметила, и ей теперь покоя собачка не дает. Так, Ум, иди сюда. Ума, иди сюда. Девочки! Все, игрунули. Не виделись давно. Ну, наконец-то Ханна сможет поиграться на равных с кем-то. А то мы с ней уже на равных играть не можем. Это нормально. Чтобы поздоровались. Во, Ханна поздоровалась. Это Ханна? Да. Такой еще щелчок был. Баран наш. О, что это такое? Вот так вот Ханне кисточки облады. Вставляет свою кошку. А, ну это твоя личная грелка, радуйся. Со своего лоб пытается пристроить. Ума зая сделала. Девочки. Сейчас она, думаю, чуть посидит сегодня с ней. Потом, конечно, мы опять ее заберем, чтобы они нормально питались, отделились друг от друга. Ну, пар надо выпустить явно Ханне. Она с нами уже устала эти 5 дней. Жопе толстый. Скажи, куда в кадре Маня, а то уже там спрашиваю, куда Маня пропала и так далее. Вот Маня. Вон Мартин, да? Заодно в кадр попал. А сама задирает. Она как колобок на спине такая крутится, крутится. А Ханна не знает, у кого больше длится. А я тут при чем? Ну все, держи, держи. Все хорошо. Ты моя девочка. Моя. Да. Да. Я не виновата. Все равно злая, да? Моя нежная киса. Бурика, давай поблажу бурику. Так, массировать. Глажу, глажу.
Хан, ты больно бьешь. Тебе пледик нравится? Кому пледик нравится чистый? Кто его весь испортил, а? Кому тебе пледик нравится? Да, твой. Я у тебя него отобрала, я постирала его. Нравится чистый пледик? Помнишь, какая маленькая тебя закутывали? Рыся. Ой, да, вот так. О, обняла пледик. Ну, здесь я все время вылизывала. Спокойной ночи, Ханна. Давай тебе ушко прикроем. Чуть я это залипла. А хотя да ладно. Ерунда все это. Главное пледик. Да, из Германии привезла пледик. Мягенький, уютненький. Как же они любят чистое белье. Запах порошка, что ли, шторит? Он их Алёсе, девочка. Алёсе. Хорошая девочка, Ханна. Чужака только. Зачем двигаться? Ханна. Зачем говорить тебе, Ханна? И тебе есть я. Вот все чихи такие. Все чихи такие, да? Скажи, у тебя есть я. Тебе больше никто не нужен. Ты не должна любить других животных. Да? Ты моя зая. Майя. Да. Ханна такая смотрит на все. Пойдем Ханну погладим. Ну, Ханне тоже надо внимание. Ханне тоже надо внимание. Ревнушка маленькая. Вы говорите, что Фиме мало внимания. Фиме много внимания. Просто она требует вечного внимания, только к себе. Ханна готова. Кстати, рысь действительно вообще абсолютно не ревнует, не ревнивая, не ревнует никому там из других животных. А вот домашние животные, что котик, что Фиби, они ревнуют к рысе. А теперь пошла на плед. Поправать, что ли? Угу. Опять раздвиглась. На пледике решила поспать, да? Да ты моя радость. Ты моя радость. Да. Какая бабка большая. Вытяжи. Ну, ты будешь или нет? Ханна. Ханна. Защищает подругу. Ума. Так, ну, сутки они посидели вместе и теперь пошли гулять. Они опять привыкли друг к другу. А Ханна на поводке, потому что Ханна очень резко и все время стремится куда-то что-то перепрыгнуть, куда-то убежать. Поэтому ее мы поддерживаем на поводке чуть-чуть. А вот в вольере прям сутки не игралась, да? Маня у нас мусор носит на участок. Это Маня разносит? Да. Царь горы.
Это скунга, мама. Спасибо за внимание. Вот так у нас, ну, это небольшая часть нашего дня. Почти везде мы с ней так и играемся, она с нами проводит. Вот, еще там говнишко убираем, кормим и так далее, но это менее интересно. Вот, спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте свои вопросы в комментариях, с удовольствием отвечу. И пока-пока. Тем крыть? Спать будешь? Блин.